Всероссийский круглый стол без срока давности «Живая память поколений» в формате видеоконференции. В мероприятии принимают участие около 150 педагогов и ученых со всей страны. Самару представляет доктор исторических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета Георгий Михайлович Ипполитов. Обсуждают проблемы истины и лжи, недопустимости фальсификаций в передаче исторического знания. Бороться с пропагандой нацизма необходимо не только карательными мерами, но и с помощью патриотического воспитания. Страна-победитель нацизма вводит в Уголовный кодекс статью о пропаганде нацизма. Докатились, но статья необходима. Вот это, пожалуй, самое лучшее объяснение. И то, что федералы озаботились, Министерство просвещения провело эту конференцию, память историческая о той великой дате, это просто прекрасно. И все педвузы в ней приняли участие, тоже великолепно, ибо педвузы готовят учителей. А это будущее нашей страны. Сам Георгий Михайлович вместе с коллегами выпустил к 75-летию Победы книгу, где собрал воедино известные и неизвестные факты фальсификации истории Великой Отечественной войны. В учебнике разоблачаются как зарубежные фальсификаторы времен Холодной войны СССР и США, так и современные ученые, которые пытаются исказить память о подвиге советского народа. Как заявляет автор, книга будет интересна не только ученому сообществу, но и всем, кто желает научиться отличать истину от лжи без срока давности. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События. Или опять же.